второй задергался. Бегает. Сюда яички, сюда, скажем, губки чисти. Так. Кать, ты чего так долго-то? Зачем уже скрутила? Потому что у меня тут слабо. Ну ничего, не надо туго. Главное, чтобы оно закрыто было. И все, Ваня уже там плачет. Вот, смотри. Все. Я теперь сама вставлю. Все, теперь закрывай. Закрывай. Так, смотри, вот это как. Нажимаешь на кнопку одной рукой. Нажимай на кнопку одной рукой. А другой вытягивать, да? Нет, не вытягивать. Держишь, нажимаешь на кнопку, вот туда. Нет, 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 Катя, вот, раз. Теперь это все надо раскрутить и вытащить остатки мяса сюда. Бартик или Коша, там, идите, пожалуйста. Ручками все собрать аккуратно, там ножик есть. Ну да, это опасно. А, чтобы вытащить, смотри, вот, сюда надавила, вот, оно вытаскивается. Вот это вот. Ну, ты можешь вытащить, кошки в тарелку положить. И вот эти все части помыть. А это? Ну, вытащи кошки. Вот это все собрать, и кошки в тарелочку. Покупала на Алиэкспресс такую ложку удобную. Здесь отверстие. Надавливаешь. Пюрешка выходит. И кушать. Ну, мы уже наелись, если честно. Поздно начали снимать уже. Да, уже он наелся. Пюре достаю, в стакан с горячей водой ставлю и подогреваю так. Удобно. И в дорогу можно брать. Да. Ваня красавчик. Ваня красавчик. Вкусно. Ваня красавчик. Да, 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 да. А еще мы купили. Ванюшенька, ты куда полез? Ты куда полез? А? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Куда ты собрался? У нас трусики такие-то Шадаши мы покупали. Тут непромокаемая вставка. Удобно. Так как бы от луж предохраняет ковер. Вот я тебе сама покажу. Это большая Т, это маленькая Т. Понятно? Катя, я хочу заново. А вот такая учительница. Ну, Катюш, не надо ее мучить. Катя тут Дашу пытается поучить буквы. Даша. Катя, покажи прическу. Сегодня выходной, Катя сама заплеталась. Давай последний раз. Давай. Даша. Даша обиделась. Даша, тогда? Ох, мы титульный лист подписываем. О, смотрите, какая красота. Вообще. Сил уже нету. Распечатали несколько листов. Вот я ей тут примерно показала. Я левша, правда? Не знаю, сколько еще раз будем тут писать. Может, еще страничку распечатаем. Дарили нам такой набор для творчества. Бабочка у нас уже куда-то ушла. Должен был быть шарик пенопластовый 11 сантиметров в диаметр. Он у нас оказался диаметром 4,5 сантиметра. Представляете, тут просто цветочки никакие не вошли бы. В общем, я взяла шарик из сухого бассейна, облепила пластилином, потому что если цветочки сюда помещать, просто не будут они удерживаться на пластилине.
ой, на шарики, на этом, на пластиковом, поэтому пластилином, и вот так сделали. Даже краска мне что-то заморала. И сейчас будем цветочки вот эти все сюда сажать. У нас опять здесь выставка. Ну, давайте. Вот и вот. И я это буду. Даша, Дашенька, можно? Вот такие. Вот эту мы сейчас только делали. Вот эту Валя подарила. Мы все-таки сделали, подожди, Катя, сделали на маленький шарик, потому что нам не хватило фоамирана на большой. Ну, в общем, как-то не соответствует набор. Ну, неплохо получилось. Да. Это тетя делала букетик. А двоюродная бабушка. Это нам дарили на 8 марта. По-моему, котенок похож с Дашей. У него такие же большие, круглые, грустные глазки. А, мы обедать садимся. Гороховый супчик, косточку так кладу, и мяско берет, кто хочет. Сало копченое. И сейчас хлебушек будет. Вытащу такие булочки. Мамочка, просто без формы сделала. Прошел у нас Даша день рождения, долго ждала она, каждый раз спрашивала, когда же, считала месяцы, недели, дни. Детский день рождения у нас действительно детский день рождения. Делаем все для ребятишек, Даша позвала всех, кого хотела, наверное, человек 8 или 9 у нас было, если вместе с нашими девочками. И сильно я никаких горячих там блюд не делала. У нас пицца, тортики, сладости, шоколадный фонтан, фрукты. Ну, такое вот. Молочный коктейль делала. И обычно стараюсь, конечно, побольше конкурсов сделать. В этот раз как-то не успела сильно подготовить развлекательную программу. Ну, ребятишек было много, было чем занять на улице. Они какие-то еще конкурсы поделали сами. Я там конфеток дала на ниточку нарезать и вот так вот. Вообще, видео есть. Катин день рождения я снимала, там подробно так достаточно. Ссылку оставлю, как проводим день рождения. Кому интересно, посмотрите. Гости помогут, наверное, Даша. Сейчас она желание загадает. Даша, сколько тебе исполняется? Сколько годиков тебе, Даша? Ни хрена себе. 5. Такая уже большая. Ну, давай. Ну, давайте. Загадала? Давайте поможем все. 3, 4, будьте. С днем рождения! Давай, 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 давай. Варя просидела. Ну, надо было помочь. Тебе надо было помочь. Еще разок? Ну, ладно. Ну, ладно. Спички возьму. Можно задувать? Можно. Здесь на скатерти можно рисовать. Ура! Сейчас получилось. На скатерти можно разукрашивать картинки, так что не стесняйтесь. Держи. Время ночь. Ваня у нас развлекается. А именинница вот так вот уснула. Именинница готова. Нагулялась. В уличной одежде. Они там напрыгались на батуте. Сейчас надо как-то раздеть ее. Уложить нормально. Причем часов 7 она уснула, наверное, да? Не раньше. Ох, проснется, наверное, в 5 утра.